Дорогие друзья, сегодня 31 декабря 2019 года. Сегодня завершается 2019 год. В этом году были многие начинания, многие выводы сделаны нами. Я хочу всем пожелать, чтобы мы правильно всегда выбирали свои цели и занимались тем, что полезно для нас и для наших близких, и, соответственно, не брали с собой, как и в будущий 2020 год, так и вообще в жизни, не несли с собой груз бесполезных идей, бесполезных мыслей и бесполезных начинаний. Хочу пожелать всем, чтобы будущий 2020 год был успешный, полезный, здоровый и счастливый год для всех нас. Чтобы все выводы, которые не успели мы сделать в 2019 году, были сделаны в 2020. Чтобы все начинания, которые не успели мы сделать, были сделаны в будущем 2020 году. Желаю всем счастья, успеха, радости и всех возможных и невозможных чудес добрых. Хочу подчеркнуть, чудес в каждом доме. Поздравляю всех с 2020 годом. Всем счастья, успеха и благополучия.